Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында в нашей стране не должно быть деления по национальному или региональному признаку. Я против любых проявлений национализма, регионализма, трайнвализма и клановости. Я не допущу этого в системе государственного управления. Сегодня мы строим современное общество, где каждый гражданин будет чувствовать себя нужным в родном Кыргызстане, беречь родину и служить ей. Уважаемые кыргызстанцы, основными направлениями во внешней политике, как и прежде, будут защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для устойчивого социально-экономического развития страны, а также азиатскими государствами, в частности, с Японией, Республикой. Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничество с Российской Федерацией будет укрепляться. Отношения с Китайской Народной Республикой будут углубляться в духе добрососедства и стратегического партнерства.